Друзья, нам с вами снова посчастливилось оказаться на секретном острове Дино Мачезе. Сегодня мы с Ренатом рыбачим здесь. Hello. Недалеко поставили земснаряд. Но я хочу сказать не об этом. Я сегодня опять любуюсь этими закатами. Закатами на реке Сырдарья. Посмотрите, какие фиолетовые облака, фиолетово-розовые такие, очень необычный цвет, который всегда пленяет мою душу. Вообще говорят, фиолетовый – это любимый цвет шизофреников. Ну что с этим поделать? Что есть, то есть. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. А завтра мы вам покажем наш улов. Сейчас у нас уже 5 сазанов и 1 судак, не считая воблы и карасей. Это довольно слабенький результат для нас. Так что давайте посмотрим, что завтра будет.